тату такую большую. С большими такими. Я очень хочу татуировку, правда, отвечаю. Итак, аплодисменты. Татуировка красивая. Такая зелененькая. Чудесненькая вообще. О, я знаю, во «Властелине колец» я это видела. Ромка, это твоя тема. Ромка, где ты? Ромка от Юдашкина все костюм разглядывает. Далее. Ого. Это вот, это почти кунг-фу панда, короче. А вот здесь вот у него... Это типа трэш-бойка. Я не знаю, как это назвать. Так. Кончита. Ты следующая по курсу. Ну, покажи свою самую красивую татуху. И что обозначает? Ну, вообще сокол парящий. Там их три. Ну, там три парящих сокола, двое улетели, короче, один остался. Так, давай. Не-не-не, вот это детям не удивишь уже. Что обозначают твои орхидеи? Любимые цветы. Ну, все просто, там, знаете ли, панды, парни, соколы улетающие и далее. Это просто любимые цветы у девчонки. Молодец.